Thank you.
Я
Я Александр, 24-й номер.
українському гран-прі «Атака». Поряд зі мною знаходиться людина, котра займається безпосереднім розвитком цієї галузі в Україні – Андрій Довгополов, старший тренер збірної України. Андрій, чи можете ви підсумувати вчорашній день змагань? Вчора у нас пройшов всеукраїнський турнір «Діти України», который собрал более 600 спортсменов с разных регионов Украины. И сегодня мы проводим финальный этап всеукраинского гран-при «Атака», который собрал также более 500 участников с разных регионов Украины. То есть и два этих спортивных мероприятия, они объединены в одну, под одним названием «ТК-фест». То есть как бы одни соревнования плавно перерастают в другие. Расскажите, пожалуйста, про вековую категорию участников. На соревнованиях как вчера, так и сегодня принимало участие 5 возрастных групп. То есть от самых маленьких, дети 6 лет, до юниоров, до 18 лет сейчас спортсмены принимают участие. Кому уже удалось отримати свои медали? Вчера получили все спортсмены, которые выступили как бы как в первый день соревнований. Сегодня как бы продолжается этот ТК-фест. И, скажем так, некоторые даже спортсмены еще сегодня просто вышли в финал. И пока мне еще тяжело говорить, кто из них будет победителями на сегодняшний день. А як взагалі оцінюєте сили збірної України, так, з цього виду спорту? Скажем так, в последнее время наша сборная по возрастам, как кадеты, юниоры, молодежь, так и взрослые, постоянно с чемпионатов Европы возвращаются с медалями, с чемпионата мира мы привозим медали. В этом году у нас был чемпионат мира среди кадетов, оттуда мы привезли 3 бронзы. Чемпионат Европы среди кадетов, скажем так, наша сборная очень достойно выступила, мы привезли 8 медалей. С юниорского чемпионата Европы привезли 2 медали. То есть, скажем так, в последнее время наша сборная Украины не стоит на месте, во всяком случае, это точно. И продвигается, двигаемся вперед. То есть вот этими соревнованиями мы заканчиваем этот календарный год. И переходя в 18-й год, мы ощущаем ответственность, которая на нас лежит, потому что в следующем году у нас юношеские Олимпийские игры. И вот уже в апреле у нас состоится чемпионат мира среди юниоров, и совместно с чемпионатом мира пройдет квалификация к юношеским Олимпийским играм. Подготовку уже начали? Подготовку мы начнем, скажем так, сразу же, буквально после заключительных соревнований в этом календарном году. Немножко дадим спортсменам, конечно, отдохнуть. Подготовка уже, как бы, ну, она, скажем так, уже идет. Но в преддверии новогодних праздников все равно будет небольшой перерыв. Чого б вам хотілося побажати наразі учасникам, які виборюють перемогу? В першу чергу, чесних, безкомпромісних поєдинків, побід, і щоб ці побіди доставались путем як можна меншого кількості травм. Менше травм – більше побід. А я вам нагадую, що онлайн-трансляцію заходу здійснює інформаційне агентство «Інформаційне». Покажете, що багато чого цікавого, залишається з нами. Thank you.
Здравствуйте, меня зовут Косинич Константин, я мастер спорта Украины по тэквондо ВТФ. Сегодня я буду комментировать соревнования Гран-при Атака, финальный этап этих соревнований. Сегодня мы будем смотреть на поединки, можем наблюдать сейчас за поединком на первом корте. Победу как раз одержал красный спортсмен. Сейчас готовится выступление следующего боя. Можем пока переключиться на второй корт. Интересное противостояние. Как раз последние секунды решающего раунда. Спортсмен в синем протекторе ведет со счетом 11-4. Ну, победу получает спортсмен в синем протекторе. Тем временем на корте номер 5 начался поединок. Thank you.
И так начался поединок на первом корте. Противостояние между кадетки и девушки. Бой, как и всегда, сейчас начинается с прощупывания слабых зон соперника. Это стандартная схема всех боев тэквондо. Знать слабые стороны соперника. Вот сейчас из-за падения спортсменки в красном протекторе дают нарушение. Это один балл спортсменки в синем протекторе. Спортсменка в синем протекторе попадает в голову, уверенно себя чувствует на грани. Хороший контроль дистанции. Также спортсменка в синем протекторе получает нарушение за удар ниже пояса. Счет 4-1 в пользу спортсменки в синем протекторе. Вот хорошая была голова. Зарабатывает сразу 6 баллов. И со счетом 10-1 заканчивается первый раунд. Второй раунд. Спортсменка в синем протекторе уверенно атакует, потому что именно эта тактика дает ей баллы. Сейчас будет проверять систему на ее работоспособность. Как мы видим, система работает. Бой продолжается. Остается 30 секунд до конца второго раунда. Две головы. Счет 16-1. Спортсменка синий протектор заканчивает раунд. Начался третий раунд, решающий раунд этого поединка. Спортсменка в синем протекторе уверенно держится. Получает нарушение. И снимаются 3 балла, которые она заработала, попав в голову соперницы. Хорошая атака со стороны.
получает нарушение за удар ниже пояса. Остается 8 секунд, хороший удар голову. Наш отчет нокдаун. Иногда у нее, если соперники стоят за 10 секунд, то бой заканчивается не в его пользу. Победа одерживает спортсменка в синем протекторе. Хороший бой, уверенный старт. Уверенно и закончила. Ну а пока готовится к следующему бою, мы можем перейти на корт номер 2, где остается 40 секунд последнего раунда, и спортсмен в красном протекторе уверенно ведет. Остается буквально 30 секунд. Спортсмен в красном протекторе выигрывает в 10 баллов. Пропускает 2 балла. Остается 5 секунд до конца раунда. Спортсмен в синем протекторе получает нарушение за перехват. Ну и бой заканчивается в пользу спортсмена в красном протекторе со счетом 14-5. Сейчас готовятся спортсмены на бой первого корта. Спортсмены из красного протектора из Харькова. Начинается первый раунд поединка. Хорошо взял старт спортсмен в синем протекторе, уверенный. Контратака. Хорошее попадание в голову. Зарабатывает 3 балла. Получает нарушение спортсмен в красном протекторе. Начинается второй раунд поединка. Спортсмен в синем протекторе ведет со счетом 4-0.
ближайшая встреча соперника? Уверенные атаки произвел соперник в синем протекторе, но ни одного балла не заработал. Это может быть в связи или с непопаданием, или с слабыми ударами. Продолжается, остается 15 секунд до конца второго раунда. Спортсменам в синем протекторе ведется счетом 4-0. Спортсмен в красном протекторе получает нарушение за прихват своего соперника. И счет становится тем самым 5-0. Пользуется спортсмен в синем протекторе. Заканчивается раунд. Yeah.
Знаходиться Мирослава Коваль. Мирослава – чемпіонка України з кумсе, бронзова та срібна призерка нинішнього року. Мирослава, розкажіть, будь ласка, про вашу техніку, чим вона особлива? Кумсе – це окремий вид, підвід тхеквондо. Він дуже зрелищний, у нього дуже хороша техніка. Розвивається пластика, гибкость. Можна розвити чувство музики, якщо ви будете робити фристайл. А розкажіть про свою історію. Наразі для вас вже закінчилися змагання. Спочатку, що ви здобули сьогодні? Як для вас закінчилися змагання? Я сьогодні участвувала в 6 категоріях, із них 5 я виграла і одна у мене серебро. На тхеквондо я прийшла років 10 назад, кумсе стала займатися 8 років назад. Чия це була ініціатива ваша, чи батьки, може, відправили? Вместе с родителями решили, что так для меня будет лучше, что не так сильно я буду травмироваться, ну и больше шансов, конечно же, кумсе, потому что меньше участников. Тобто кумсе – це більш дівоча техніка, можна сказати? Скорее, да, она подходит больше девочкам. А що б вам хотілося побажати учасникам, які зараз змагаються? Честного судейства, чтобы добились того, чего хотели, того, чего они долго шли. Ну, конечно же, первых 7 мест. Дякуємо вам. Онлайн-трансляцію заходу здійснює інформаційне агентство «Інформбюро» студія.
начинается последний раунд этого поединка. Стас Минсин Батыкер видит со счетом 5-0. Также еще получает нарушение за прихват соперника. Ну и тут же зарабатывает 5 баллов хорошей комбинацией. И хороший удар с разворота приносит ему в сумме 7 баллов. Соперник красным протектором получает нарушение за выход из зоны проведения поединка. Очередная атака спортсмена синим протектором приносит еще 5 баллов. Но рефери этого поединка посчитал, что 3 балла были получены с помощью нарушения. Поэтому они снимаются. Спортсмен синим протектором получает нарушение. Остается буквально 5 секунд до конца поединка. И уверенная победа спортсмена в синем протекторе. А сейчас можем перенестись на второй корт, где проходит последний раунд, третий раунд, решающий данного поединка, где спортсмен в синем протекторе выигрывает со счетом 9-1. Хорошая контратака на движение противника приносит 2 балла. Пропускает сейчас 2 балла спортсмен в синем протекторе. Счет становится 13-3. Остается буквально 15 секунд до конца этого поединка. Спортсмен синим протекторе получает нарушение за блок коленом. Остается буквально 4 секунды. Спортсмен держит на ноге своего соперника и получает победу. Со счетом 13-4 победу одержал спортсмен в синем протекторе. Ну а на корте номер 1 сейчас готовится следующий поединок. Опять же, в красном протекторе дерется харьковчанин. Здесь США-2. Воспитанник Виктора Ивановича Шевченко. Начинается первый раунд поединка.
начинается все с прощупывания слабых мест соперника. Для того, чтобы правильно поставить тактику на весь поединок. Пропускает спортсмен в красном 2 балла. Сейчас становится 2-0 в пользу спортсмена в синем протекторе. Становится 2-1 из-за нарушения спортсмена в синем протекторе. Захват. Остается 5 секунд до конца этого раунда. Бой был. Раунд был ознакомительный для друг друга спортсменов. Сейчас их не секунда, а ты дадут им наставление. И все действия более активные мы увидим во втором и третьих раундах. Начинается бой с уверенной серии атак спортсмена в красном протекторе, но результаты это не приносит. Также спортсмен в красном протекторе получает нарушение за удар ниже пояса. Сейчас становится 3-1 в пользу спортсмена в синем протекторе. Остается 7 секунд до конца второго раунда. Бой был гораздо, раунд был гораздо активнее, чем первый. Счет 3-1 в пользу спортсмена в синем протекторе. Ну и сейчас будет последний раунд, решающий раунд этого поединка. Так как разрыв минимален, все будет решаться в одном ударе. Значит, третий раунд, последний раунд данного поединка. Спортсмен в синем протекторе ведет со счетом 3-1. Спортсмен в синем протекторе поменял свою тактику, начал атаковать. Хорошая контратака со стороны спортсмена в синем протекторе. Хороший маневр был на краю корта, дабы избежать нарушения за выход из поля боя. Спортсмен в красном протекторе получает нарушение, а также пропускает в жилет. Тем самым счет становится 6-1, остается 3 секунды. Спортсмен в синем протекторе получает нарушение за падение. Счет 6-2, остается 1 секунда, и в этом данном поединке победу одерживает спортсмен в синем протекторе со счетом 6-2. Мы можем перенестись на корт номер 2. Остается буквально 5 секунд до конца этого поединка. Последний раунд. Спортсмен в синем протекторе ведет со счетом 11-2 и также одерживает победу с таким же счетом. На обоих кортах готовятся следующие поединки.
В общем, поехал первый раунд боя. Стандартная работа через переднюю ногу, фехтовка у синего. Красный старается выбить удар в спину, не получается пока. Видим, что красный выбил чекпоинт, но баллы не вылетели. Еще раз. Четкая работа Ёпчайги на переднюю ногу. Неплохо было бы доработать. Как-то вяло работает спортсмен в синем жилете. Красный постоянно держит центр, поэтому он в выгодной позиции. Закончился первый раунд, счет по нулям. Та же работа через переднюю ногу. Доля чая красного в жилет не прошел.
как-то неуверенно работают спортсмены. Синий отошел к центру. Синий выбивает 2 балла. Долю Эчехи. Синий пропустил Нерю Эчехи в голову. Началась активная работа. Камжон за захват синему спортсмену. Начался третий раунд, пока работа началась точно так же, как и в первом и во втором. Красный выбил в живот Йопчаги и попал сразу же в гол. Хорошая комбинация. Долю Чай и Нерю Чай. Тренер спортсмена в синем жилете решил сапеллировать ситуацию, говоря, что красный сделал захват перед ударом, но судьи решили не рассматривать этот момент. Красному дают камжон за уклон от боя. Красному еще раз дают камжон за уклон от боя. Дали камжон синему за излишнюю эмоциональность тренера. Синий пытается догнать и постоянно налетает. Красный попал в голову на отходе. Красному дали камжон за падение. Судья поставил всех на исходную позицию. Сильно нападает. Синему дают камжон за захват. Красный попадает в голову, но не выбивает. Красному дают за захват. Камжон за захват. Синий пытается взять 3 балла, но у него ничего не получается. Красному дают. Выиграл спортсмен. А, еще нет. Еще остается 0,31 миллисекунда. Красному дают камжон за уклон от боя и финальный гонг. Выиграл спортсмен в красном жилете.
перейдем на второй корт, посмотрим, как там дела у кадетов. Идет напряженная работа. Обе спортсменки пока что бьют только долю и пока что не пробивают. Вся работа, все удары идут по рукам, что у красной спортсменки, что у синей. Перерыв между раундами. Начался второй раунд. Спортсменка в синем жилете упала и получает за это камжон. Выбивает бал спортсменка в синем жилете. Спортсменка в красном жилете довольно сильно попадает в жилет, но баллы не вылетают. Спортсменка в синем жилете перешла и заняла центр. Идет обмен долей очей. Спортсменка в красном жилете выбивает бал. Начался третий раунд. Пока что работа идет такая же, как и шла. Перебой доли чаги. Спортсменка в синем жилете выпустила соперницу из угла. Спортсменки в синем жилете добавили бал. Минуту. Дали минуту на восстановление сил. На секунд последнего раунда. Спортсменка в синем действует как-то не совсем уверенно. Финальный гон, и выиграла спортсменка красным. Перейдем на первый даян. Так, идет напряженный бой, юниоры. На первом корте. И стандартная работа, стойка закрытая.
оба спортсмена стараются выбить удар передней ногой. У красного спортсмена четко попадает в голову. Спортсмен в красном держит центр и старается прижать соперника к углу. Спортсмен в синем резко кулаком от красного спортсмена в красном жилете. Четкий удар в голову долю чеги навстречу от спортсмена в красном жилете. Последние 2 секунды боя. Выиграл спортсмен в красном жилете. Так, на первом корте сейчас будут спарринговать юниоры плюс 65. Большая заминка с жилетами на первом корте. Так,
Проверка жилетов. И через минутку бой начнется. Начался первый раунд. Выбивает 2 балла спортсмен в синем жилете. Удар под ногу. Долю отчаем. Спортсмен в красном жилете работает от передней ноги и старается закинуть Нерио Чехи в клинч. Камжон дают спортсмену в синем жилете за захват. Идет обмен ударами, и спортсмен в синем жилете взял 2 балла доля чеха. Удар кулаком. Спортсмену в красном жилете дают камжон за захват. На выходе из клинча спортсмен в синем жилете заработал 2 балла ударом долю очей в жилет. Перерыв. Начался второй раунд со счетом 1-7. Спортсмену в синем жилете дают камжон и забирают 2 балла за удар после команды. Спортсмен в синем жилете сейчас работает через ногу. Спортсмен в красном жилете зарабатывает 3 балла забросом Нерио Чайги со стороны. Оба спортсмена сейчас работают через переднюю ногу. Спортсмен в синем жилете делает быстрый удар долей чеги и выбивает 2 балла.
идет обмен через передние ноги и удар, и раунд заканчивается. Так, начинается третий раунд. Оба спортсмена работают через переднюю ногу. С задней ноги бьет синий спортсмен и промахивается. Красный после промаха синего бьет удар долей через переднюю ногу и выбивает бал. Заброс на голову от красного спортсмена и попадает Нерио Чайги в голову. Два балла выбил спортсмен в синем жилете. Идет обмен. Остается 13 секунд. Спортсмен в красном жилете постоянно заставляет работать спортсмена в синем жилете, напрягает. И спортсмен в синем жилете получает камжон за захват в клинче. Передней ногой выбил спортсмен в синем жилете 2 балла и добавил задней ногой. Со счетом 11-17 выигрывает спортсмен в синем жилете. Жилета на первом корте. Сейчас будут, если не ошибаюсь, опять плюсы. Начался первый раунд. Довольно агрессивно начинают работать.
спортсмен в красном жилете постоянно нападает, но пока что балла у него нету. Удар рукой, который не прошел, выбивая 3 балла на Риочеге. Удар спортсмен в красном жилете, которые забрали у спортсмена за нарушение. Продолжился бой со счетом 1-0 в пользу синего спортсмена. Выбивает 2 балла ударом под ногу спортсмен в красном жилете. Обмен ударами. Закончился первый раунд со счетом 4-1. Начинается второй раунд. Совсем не уверенно бьет спортсмен в синем жилете и принимает несколько ударов, пропускает долю чаги длинный в голову. За захват в клинче забирает 3 балла у спортсмена в красном жилете. Удар рукой не проходит. Выходит в центр спортсмен в красном жилете. Синий получает конжон. Подскок, удар. На передней ноге держит спортсмен в красном жилете своего соперника. Как-то неуверенно бьет спортсмен в красном жилете, поэтому баллы не вылетают. Начался третий раунд со счетом 5-2 в пользу красного спортсмена. Выбивает 2 балла спортсмен в синем жилете. Спортсмен в красном жилете берет балл кулаком. Дают конжон спортсмену в красном жилете за удар ниже пояса. Дают конжон за удар ниже пояса спортсмену в синем жилете. Камжон за захват в клинче. Пытается забросить в бока долю чаги спортсмен в красном жилете. Последние 10 секунд. Вот
спортсмен в красном жилете. Начинается бой на первом корте. Как обычно, спортсмены прощупывают друг друга, работая через переднюю ногу. Удар доля чаги длинный, красного не попадает в цель. Это немного вялая работа идет на первом корте. Не
проходит удар с кулака у синего спортсмена. Раунд закончился со счетом 0-0. Начинается второй раунд. Спортсмен в красном жилете старается попасть передней ногой и добавляет задней. Идет обмен ударами, но баллов нету, пока никто не попадает в цель. Старается загнать соперника спортсмен в красном жилете. И опять счет 0-0 в конце второго раунда. Решили проверить жилеты перед третьим раундом. Опять какая-то заминка с жилетами на первом корте. Из-за жилетов решили поединок начать заново.
идет активная работа, но пока все мимо. Начинается второй раунд. Все та же работа через переднюю ногу. Красный старается сбить ногу синего и добавить долю отчаяния. Идет позиционная борьба на первом корте. Оба спортсмена пока что только двигают друг друга по даянам. Четких ударов нет ни одного, ни во второго. Выбил поинты спортсмен в синем жилете. Сделал шаг назад удар спортсмен в синем жилете, но попал в руки. Закончился второй раунд со счетом 0-0. Начинается третий раунд. Пока что работа все та же, через переднюю ногу. С добавлением задней. Выбивает поинты спортсмен в синем жилете. Пиктовка от красного. Выбивает 3 балла спортсмен в синем жилете. Сейчас балл добавят за вращательный удар. Спортсмен синего выбивает удар в жилет, но из-за захвата баллы отнимут. Практически не поменялась работа. Красный начал действовать немножко агрессивнее и пропускает 2 балла в жилет. 4 секунды. В падении красный выбивает удар в голову, и синий зарабатывает камзол. Но синий удержал победу, поэтому со счетом 5-6 выигрывает синий спортсмен в синем жилете.
А ми продовжуємо стежити за фіналом всеукраїнського гран-прі «Атака». Поки йдуть змагання, зараз зі мною знаходиться Анна Сорока, чемпіонка Європи з тхеквондо, наша гордість. Анна, розкажіть, будь ласка, про вашу спортивну кар'єру, ваш спортивний шлях. Чемпіонка Європи я стала в 2006 году. Это первая золотая медаль чемпионата Европы по взрослым. Это было в Германии, в Бонне. Вот. Спустя 16 лет только... спустя 10 лет только потом повторила результат у нас Ира Рамолданова. Она тоже стала чемпионкой Европы по взрослым. Взагалі, як все починалося? З якого віку ви почали цим займатися? Так? І чия була ініціатива? С 11 лет начала заниматься. Моя инициатива была, ну, как бы у нас объявление было в школе, набирается в секцию тхэквондо. Так как я любила драться, то я сразу пошла, я никуда не хотела идти ни на танцы, ни на гимнастику, мне почему-то не нравилось. Тобто ви ще в школі були такою розбишакою? Можна сказати. Наразі ви в новому амплуа, ви займаєтеся суддівством. Тож, розкажіть, будь ласка, як щодо малюків, чи є якісь спрощені критерії, чи ви суворо стоїте за всіма? Да, ну, я не суддя, я тренер. Сейчас просто ввели правила, что тренера на полуфинал и финал чемпионата Украины и на остальных турнирах должны быть в деловом костюме. Это международные правила также, на Европе и на мире они тоже присутствуют. Вот. Для детей нет поблажек. Почему? Потому что сейчас они дети, через 3-4 года они уже не дети. И они должны привыкать к вот, нынешним правилам, которые есть в тхэквондо. Иначе будет пристроиться сложно. То есть, по большому счету, они также выступают абсолютно по тем же правилам, то, что и взрослые. Единственное, что у них шкала поинтов меньше, чем у взрослых. Так как они еще силы удара не совсем сильны. Як оцінюєте наразі наших спортсменів? Чесно, я от буквально сьогодні бачила дітей 2010 року. На самом деле там техніка, скорость, сила. Очень перспективные детки есть, на самом деле, если вот, начать с маленьких уже, достаточно высокий уровень. И дай бог, чтобы они как бы доросли до юниоров, взрослых и начали приносить нашей стране медали. Вы уже завершили свою карьеру, чи є ще якісь амбіційні плани? Нет, еще не закончила. Есть еще амбиции у меня, которые я... Есть желания, те, которые еще пока не воплотила. Поэтому я еще... спортсмен і ведучий тренер. Розкрийте секрет команді «Інформбюро». Чого б вам хотілося домогтися? Я хочу ЗМС. Для того, щоб стати ЗМС, мені треба ще на чемпіонаті Європи чи на чемпіонаті світу взяти медаль. Наверно, не спокоюсь, поки це не зроблю. Чого б вам хотілося побажати нашим сьогоднішнім учасникам? Добиватися своїх цілей. Что бы ни случилось. Очень видела много деток, которые расстроились, плакали. Чтобы они не огорчались. Родители, чтобы их поддерживали. Самое главное, потому что когда ребенок расстраивается, кто может? Тренер поддержать и мама, и папа. Поэтому, чтобы они не расстраивались, верили в победу и в будущее свое. Дуже добре побажання. А я вам нагадую, що онлайн-трансляція запиту Перейдем на первый корт. Там уже идет второй раунд. Со счетом 9-0 выигрывает спортсмен. 10-0 выигрывает спортсмен в красном жилете. 10-1. Дают камжон за захват спортсмена в синем жилете.
начинается третий раунд поединка со счетом 14-2. Идет спортсмен в красном жилете. Сделал четкое обманное движение спортсмен в красном жилете в виде удара рукой, но зашел в клинч и ударил в голову. Опять заминка с жилетами. Отошел, видно, контакт спортсмена в синем жилете. Продолжился бой. И опять спортсмену в синем жилете дают камжон за захват в клинче. Попытался закинуть через двойку Нерио спортсмен в красном жилете уже второй раз. И опять дают камжон за удар ниже пояса спортсмену в синем жилете. Возня в клинче. И опять дают камжон спортсмену в синем жилете за удар ниже пояса. Все старается спортсмен в красном жилете через двойку выбить 3 балла. По камжонам проиграл спортсмен в синем жилете со счетом 22-4. На первом корте идет тест. По классике начинается работа через переднюю ногу.
с добавлением долю отчаяния задней ноги. Камжон дает спортсмену в красном жилете за долгое удержание ноги. Пытается через фехтовку начать спортсмен в синем жилете. Выбивает поинты спортсмен в синем жилете Йопчаги с передней ноги, но балл не вылетает. Закончился первый раунд со счетом 1-0 в пользу спортсмена в синем жилете. Выбивает два удара в жилет спортсмен в синем жилете. Камжон дают спортсмену в синем жилете за удар ниже пояса. Идет работа через переднюю ногу у обеих спортсменов. Выбивает долю отчаяния спортсмен в красном жилете. Еще раз выбивает спортсмен в красном жилете и сравнивает счет. Дают камжон спортсмену в синем за удар ниже пояса. Опять дают камжон спортсмену в красном жилете за удар ниже пояса. Счет равный 6-6. Последние 5 секунд боя. Начинается третий раунд. Счет равный. Все та же работа через переднюю ногу. Вылетает чекпоинт, но балла нет. Тридцать секунд боя прошло, пока без изменений. Последние 5 секунд последнего раунда, и все идет к золотому баллу. Поединок
Так, начался третий золотой балл на первом корте. Выбил чекпоинт спортсмен в синем жилете. Поддавливает передней ногой. Пока не рискуют. Оба спортсмена не рискуют. Спортсмен в синем жилете выбивает еще один раз чекпоинты. Обмен ударами. Последние 7 секунд боя. Падает спортсмен в синем жилете. И бой заканчивается, и выигрывает спортсмен в синем жилете по количеству выбитых чекпоинтов на золотом бале. Сейчас будет финал юниоров на первом корте. После этого я... Тест перед боем. Довольно туго работают жилеты. Как обычно, спортсмены начинают прощупывать друг друга через работу передней ноги. Обмен ударами без балла. Дают камжон за прихват спортсмену в синем жилете. Довольно неприятный удар нога в ногу. Возможно, что спортсмен в синем жилете больше не сможет продолжить бой. Давай,
Далее Камжон спортсмену в синем жилете за падение. Тренер спортсмена в синем жилете подал апелляцию на то, что спортсмен в красном жилете блокировал удар коленом. Но апелляция не прошла. Заметно хромает спортсмен в синем жилете. И видно, все-таки нога сломана. Спортсмен в красном жилете выигрывает по техническим нокаутам. Сейчас спортсмена в синем жилете будут пытаться реанимировать. Завершується всеукраїнський гран-прі «Атака». Дякуємо всім, хто був з нами. Онлайн-трансляцію заходу здійснює інформаційне агентство «Інформбюро». Студія.
Yeah!
Это не будет, это не будет, это не будет, это не будет, это не будет.